moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Мы хотим видеть ваши руки. Вверх подняты. Руки, руки, руки выше. Отличие. Теперь наши дела следовать сегодня высоко. Знаете, после завершения футбольной карьеры каждый профессиональный футболист ищет себе новые занятия, ищет себя. Это не просто выражение, а это правда жизни. Я нашел себя именно в этом деле. Я любил всегда музыку, и я наслаждаюсь тем, что сейчас делаю. Я стараюсь делать новую карьеру. Мое будущее никак не связано с футболом пока. Я думаю, вы сами все видите, принимают отлично, так что я счастлив, что наконец добрался до Кишинева. Чувствовать вкус жизни. Друзья, только что у Руслана спросили, как ему в Кишинев, на что Руслан сказал по-русски. Все заебись. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.